Привет, моя хорошая, с вами Татьяна. Зашла я в торговый центр «Гулливер». Много магазинов открытых, но есть и закрытые. Страдивариус, Бершка закрыта. Интимиссими открыто. Много разного красивого белья продается здесь. 2000 гривен такой вот бюстик. Нижняя часть есть. Лавандовый цвет. Очень много всего яркого, красивого. Тысяча 500 гривен. Самые обычные. Четыре тысячи 500. Красивый цвет такой, лавандовые рубашки есть, есть топы. Фуксия, лаванда. Красота. Зеленые, голубые есть. Гарри Вебер. Мишки везде. Такая куртка замшевая. А-ля тюль юбка. Очень такая базовая, простая одежда. Я, кстати, очень люблю такую одежду. Все очень просто, но так классно смотрится. Белые брюки. Белая куртка и что-то цветное вовнутрь. Очень простой лук, простая формула. Пользуйтесь и будете выглядеть вот так. В магазине есть и плащи, и куртки, платья красивые. Такая вот булочка. На 4000 гривен. 8100. Приятная ткань такая, вискоза. Рукавчик присобранный. Лавандовые блузочки. 5400. 8100. 8000 тоже. Куртка. 12600. 9500. 6100. Как такая тоненькая плащевочка. 8200. Томми Хилфигер. Здесь прекрасная освещенная витрина. Можно все рассмотреть. Такой вот белый костюм. Женский манекен. Кроссовочки тоже белые, базовые. Такое небольшое украшение там снизу. Полосатое поло, а вот мужской манекен. Надпись Tommy Hilfiger. Вот удобный образ. Накинули сверху платье, бежевая сумка, базовая футболка. Все такое неяркое. И молочного цвета джинсы. Джинсы такие широкие. Мужской манекен. Везде логотипы Tommy Hilfiger. Такая курточка. Идем в магазин, зайдем, посмотрим. Сумочки желтые. Вот худи надели. Сверху жакет.
будет Томми Хилфигер, стоит 5313. Сумочки вот такие яркие, желтые. Так, сумка стоит 5400 гривен. 2100 гривен. Такая вот футболочка. Сумка. Видеопринтер. Хорошее качество, сразу видно. Платье. Куртки. Платье. Худи. Бежевое 6800. Сумочки. Сумочка стоит 4150. Ремень здесь хороший, широкий. 3200 такая футболка. Куртка 8900 такая молочная, жемчужная, можно даже сказать. И опять же эти сумочки, так все вместе классно смотрится. Какое-то трикотажное платье. Самое обычное. Стоит 5300. Здесь полоска на рукаве. Такое оно почти черное, темно-синее. Вот такой лук можно составить и носить. Платье-халат. Такие крылышки двойные. Одиннадцать тысяч триста гривен куртки, такие ветровочки. Пять тысяч четыреста такие сумки. Черные, голубые. Шоперы тоже классные. Есть вот такой магазин. 8 сумок. 8 баксов. И какие тут сумки продаются? Большие рюкзаки. Вот такие. Желтый яркий цвет. Ремень очень широкий. И вот в этом магазине, видите, представлены такие бренды. Тут и Фурла, Майкл Корс, Карл Лагерфельд, Коуч. Есть даже сайт у них, вот, кого интересует, можете посмотреть. Вот кроссовки здесь продаются. Вот такие вот сумочки. Черно-зеленые. Маленькие сумки, одежда тоже представлена. Вообще, посмотрите, как вместе смотрится этот спортивный лук. Одежда, сумки, обувь Карла Лагерфельда. Такие вот яркие плащи фуксия. Рюкзачки красивые. Это заколофичные шкиры. Пикинберс 8700. Это из кожи. 16500. Майкл Корс сумочки тут вот такие. Тринадцать тысяч четыреста такое. Можно закататься за знижку, якщо. А вот еще этот Букенбергс. Дона Каран, Нью-Йорк. Вот сумочка базовая. 8190. Такие маленькие сумочки. Это сумки Фурла. Вот такие сумочки в данный момент здесь продаются.
оранжевые, красные, есть также кроссовочки, смотрите, какие, с яркими полосками, и вот такие с огромными цепями. А здесь переплетение букв в виде сердечка. Смотрите, как прикольно смотрится. Красивые цвета, такая темная морская волна. И вот такие сумки. Как вам? Симпатично смотрится. Вот эти мне понравились. Необычное что-то. Такие платки тут гарни. Ось. Вот такие кольори. Але... не дуже мені подобається цей цвіток, квіточка ця. $5-600. Ось такі сумки тут продаються. Фурлан завжди дивує якимись яскравими сумками, незвичайними. Такими якимись. Є і класика. І ось такі. Гарні мені. Ой, бажаю вам здоров'я і гарного настрою. Ну що, друзі, такий обзор небольшой у мене вийшов. Якщо вам подобалося це відео, ставте пальчики вверх, підписуйтесь, новенькі. Вам не трудно, мені приємно. З вами Тетяна. Пока-пока.